эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале коротко об основных событиях. Музей-заповедник «Горки Ленинский» отмечает свое 75-летие. В планах у нас развитие, увеличение количества посетителей. В Видновском художественно-техническом лицее прошел урок мужества для юнармейцев. Надо знать историю, как сказал великий Ломоносов, народ, не ведущий своей истории, не имеет будущего. Воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва «Олимпа» Александра Фурдик одержала победу на Кубке России по тяжелой атлетике. Почти 240 специалистов планируется привлечь в подмосковные сельские медучреждения по программе «Земский доктор, земский фельдшер» в этом году. С 2012 года в подмосковные деревни и села трудоустроились 2300 врачей и фельдшеров. Земские врачи получают единовременную денежную выплату до 1,5 миллиона рублей, а земские фельдшеры – до 750 тысяч, в зависимости от удаленности территории. Подать заявку на участие можно в кадровой службе своей медицинской организации. В регионе также действуют другие меры поддержки для медработников. Социальная ипотека, приведи друга, земля врачам, компенсация за аренду жилья, доплата молодым специалистам, губернаторская доплата для участковых врачей-терапевтов, педиатров и врачей общей практики. Музей-заповедник «Горки Ленинский» отмечает свое 75-летие. В начале 20 века историческую усадьбу приобрела вдова Савы Морозова и оборудовала все по современным стандартам тех лет. Именно это привлекло в усадьбу Владимира Ленина, поселившегося в Горках в 1923 году. Комплекс «Горки Ленинский» был открыт в 25-й годовщине смерти Владимира Ильича Ленина. 6 февраля 1949 года музей впервые распахнул свои двери для посетителей. Тогда в его состав входила только усадьба, где жил и работал вождь Октябрьской революции. С годами коллекция музея пополнилась, а его территория значительно выросла. Теперь в комплексе можно познакомиться с историей, связанной с родом Спасителевых, госпожи Дурасовой, генерала Писарева. Но основная часть экспозиции рассказывает о быте Зинаиды Морозовой Рейнбот и проливает свет на домашнюю жизнь Владимира Ильича Ленина. Прежде всего, дом-музей Ленина в Горках – это самый наш первый музей. Потом к нему добавился дом крестьянина Шульгина, там сейчас музей крестьянского быта. В 1987 году был построен последний музей Ленина в СССР, вот это здание НКЦ, в котором мы находимся. В 1994 году к нам была перемещена коллекция музея кабинета квартиры Ленина в Кремле. И мы ее здесь восстановили, и теперь этот музей тоже входит в состав заповедника. За многолетнюю историю музей пережил и кризисные времена. В 90-е посещаемость Горок начала падать, стоял вопрос о закрытии. В тот момент историческое место спасли выставки. Над их разработкой и организацией работал художник Сергей Чистов. Он вступил в штат сотрудников в 1985 году и по сей день занимается развитием музея. В музей приезжали, опечатывали. Коллектив в большей степени... Но оказался не востребован. Многие люди оказались невостребованы, потому что и посещение у нас упало в музее. В общем-то, большой упор в этот момент начали делать на выставочную работу. И благодаря, может быть, и этим тоже стараниям, и сотрудникам, которые принимали участие в этом, мы в какой-то степени вернули посетителей в музей. Одна из последних выставочных экспозиций, разработанная Сергеем Чистовым, приурочена к 75-летию музея. В стенах музея проводится выставка подарков, которые когда-то были вручены делегациями, приезжающими посмотреть на архитектурный ансамбль «Горки Ленинские». Медаль с изображением Дзержинского, фигура вождя на броневике, шахтерская лампа, переданная музею от радиозавода, и даже бюст Владимира Ильича, привезенный из Винницы, сделанный из рафинада. Все это благодарные гости и делегации отдавали в дар музею. Если в Виннице был сахарный завод, да, то есть вот мы получаем сахарного Ленина. Если у нас гусь хрустальный, это столица стекла, да, то в подарок привозится от делегатов очередных, да, привозится вот хрустальная ваза. Над сохранностью музея ежедневно трудится штат из 130 сотрудников. В честь 75-летия Горок Ленинских им вручили благодарственные письма за многолетний плодотворный труд. После торжественной части и награждения состоялся концерт ансамбля русской песни. Я встретила руку, а
По случаю юбилея горки Ленинский посетила Раиса Савельева. Более 20 лет она вела лекции об истории музея, которую знает из первых уст. В доме музея крестьянского быта жил ее дед Василий Шульгин, который стал свидетелем появления первой лампы накаливания в Советской России, или лампочки Ильича. Погасла лампа. Керосин кончился в лампе. Бабушка принесла свечи, а Владимир Ленин так горько посмеялся, возглавит, еще и света нет. 9 января было собрание, а 11 июля 21 года, то есть почти через полгода, зажглась лампочка Ильича. Всего за 75 лет горки Ленинский посетило более 15 миллионов человек. В 2022 году был установлен рекорд, когда в усадьбу пришло 200 тысяч человек. Но музей нацелен на новые достижения. В планах у нас развитие, увеличение количества посетителей, благодарных, скажем так, развитие, можно так сказать, сферы гостеприимства вообще, ну, как бы всей территории. 75-летие – это еще один рубеж, который преодолел музей горки Ленинские. Впереди новые экспозиции и непрекращающаяся забота о сохранности истории. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Видновском художественно-техническом лицее прошел урок мужества для юнармейцев. Перед участниками патриотического движения выступил ветеран военных действий в Афганистане, кавалер двух орденов Красной Звезды Валерий Бодряшов. А депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Павел Русаков провел для ребят мастер-класс по стрельбе из пневматической винтовки. Очередной урок мужества для видновских лицеистов был посвящен Сталинградской битве, одному из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. О героизме советских солдат десятиклассникам рассказал Валерий Бодряшов, кавалер двух орденов Красной Звезды. Доступны стали все средства информации, в том числе и зарубежные, откуда льется всякая гадость на нашу, так сказать, на нашу действительность, на наших лидеров государства. Поэтому надо знать историю, ведь, как сказал великий Ломоносов, народ, не ведущий своей истории, не имеет будущего. Вот стараюсь рассказать на примере прошлых событий, правду о них, ну, как участник, допустим, этих событий, и зная историю нашей страны, можно легко найти ответы на сегодняшнюю обстановку в мире и в нашей стране. Во время урока также обсудили тему военных действий в Афганистане, участником которых был Валерий Бодряшов. Ребятам было особенно интересно узнать о событиях тех лет, ведь они состоят в детско-юношеском патриотическом движении «Юнармия». Движение в наше время очень важное, вкладывает все усилия, все возможности, все материалы на помощь окружающим людям и на воспитание правильного патриотического духа в нашей молодежи. Заинтересовало меня это движение тем, что у меня был классный руководитель в прошлой школе, который организовал все это движение. И мне понравилось, как он рассказывал это на уроках, то, что у нас были специальные магазины, автоматы Калашникова, разные специальные одежды. Он показывал, как это правильно одевать. И, наверное, это меня очень сильно заинтересовало. Я решила, что хочу вступить в движение. Юнармеец Даниил Подгорнов занимается в военно-патриотическом клубе «Ратник» и помогает педагогам лицея проводить различные мероприятия. Иногда помогаю учителям проводить уроки ОБЖ. Показываю разборку-сборку автомата, как правильно надевать ОЗК, ну и вот военно-прикладные. Далее ребята были приглашены в тир, где прошел турнир по стрельбе из пневматической винтовки. Как правильно обращаться с оружием, показал депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Павел Русаков. Рука прямо, то есть локоть согнут, значит, рука не держит. Вот эта вот часть, она лежит на ней. То есть абсолютно спокойно, расслаблен, не надо сжиманий вот этих вот мер. То есть чем больше, чем меньше ты напряжен, тем точнее ты выстрелишь. Самому меткому стрелку по итогам соревнований Валерий Бодряшов вручил значок снайпера. Этим знаком награждали военнослужащих, прошедших снайперские курсы с 1938 по 1941 годы. Всего таких знаков было выпущено сравнительно немного – 141 тысяча. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.
На ВДНХ в павильоне «Россия» во второй раз состоялся съезд организации детей и молодежи «Движение первых». Посетили это мероприятие и участники из Ленинского городского округа. Своими впечатлениями они поделились с нашим корреспондентом Юлией Стаферовой. «Движение первых» – это всероссийская организация, которая объединяет детей и молодежь. Ее главная задача – создать равные возможности для юного поколения в развитии и самореализации в таких направлениях, как образование, наука, технологии, культура, искусство и многих других. В этом им помогают взрослые наставники. Для того, чтобы обозначить стратегию на будущее, в павильоне России на ВДНХ провели съезд «Движение первых», отметил заслуги молодежного сообщества президент Российской Федерации Владимир Путин. Вы сделали за последний год очень много. Я уже сказал, 2 миллиона посадили деревьев ко Дню народного единства. 3 миллиона писем направили нашим бойцам на передовую, людям, которые себя не жалеют, не щадят себя, защищая интересы Родины в рамках специальной военной операции. 400 тысяч около этого книг собрали для своих сверстников в Донбасс и направили в Донбасс и Новороссию. Это все совершенно конкретные, абсолютно осязаемые вещи. Это уже второй съезд «Движения первых». В этом году он собрал 3000 участников из разных регионов. Для ребят была подготовлена развлекательная программа с экскурсией и концертом, а также организована встреча с интересными людьми. На мероприятии присутствовали ребята из отделения Ленинского округа. Его представитель Ксения Жукова рассказала об одной из тем съезда. Такое одно из самых важных решений, которое приняли на втором съезде ребята вместе со своими наставниками, это увеличение возраста участников, потому что раньше у нас участниками движения первых могли быть ребята до 18 лет, теперь решили расширить эти границы, теперь у нас участниками могут быть молодые люди до 25 лет. Игорь Шумилин – член местного отделения «Движения первых». Ему интересна сфера развития туризма по России. Именно в этом направлении начался старт его будущей карьеры. «Движение первых» – это возможность реализовать себя, найти новые знакомства и получить много нового опыта. «Движение первых» готовит детей и молодежь к полноценной жизни в обществе, формирует мировоззрение на основе традиционных духовных и нравственных ценностей. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ». В Туле на днях завершился Кубок России по тяжелой атлетике. Выступая в весовой категории до 45 килограммов, жительница Видного, воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва «Олимп» Александра Фурдик одержала уверенную победу. Кубок России по тяжелой атлетике является одним из самых престижных отечественных соревнований. Более 300 именитых спортсменов со всей страны и ближайшего зарубежья приехали в Тулу в спортивный комплекс «Арсенал». Среди атлетов была и воспитанница школы Олимпийского резерва «Олимп», жительница Видного Александра Фурдик. По итогам состязаний она взошла на верхнюю ступеньку победного пьедестала. Вес немножко упал перед стартом, поэтому, наверное, тоже дало свой отпечаток. Ну, тем не менее, в толчке все удачно, все три попытки. Да, этому я очень рада. Александра выступала в весовой категории до 45 килограммов, где ей конкуренцию составили несколько опытных спортсменок. Несмотря на это, тяжелоатлетка по сумме подходов показала результат в 150 килограммов, что и обеспечило ей победу. Спортивное начальство высоко оценило выступление Александры. Девчонки выступили неплохо. Значит, особенно хочу отметить Александру Фурдик. Она у нас находилась на тренировочном мероприятии, показывала примерно эти же результаты там, повторила их. Ну, я так и думал, что примерно 150 она в сумме соберет. В настоящий момент Александра Фурдик находится на сборах и готовится к очередным соревнованиям. Поздравляем ее и тренера Валерия Бородулина с достойной победой и желаем достигнуть новых спортивных высот. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.